Официальное название соревнований, которые пройдут летом в Баку, звучит следующим образом. Первые европейские игры. Российский телеканал НДВ+ представил видеорепортаж в связи с предстоящими в Баку в июне первыми европейскими играми, а также подготовки столицы Азербайджана к континентальному турниру. Как сообщает корреспондент телеканала, игры в Баку будут сравнить с главными олимпиадами. В чем и состоит главная мотивация для организаторов. На подготовку к спортивным мероприятиям подобного масштаба странам дают 7 лет. Баку стал исключением. Город готовился к играм в течение 3 лет. В передаче подробно рассказывается о новых построенных спортивных сооружениях. В настоящее время завершены подготовительные работы для проведения капитального ремонта и работ по реконструкции на всех участках комплексов, в том числе в главном и тренировочном корпусах различных спортивных залов. Из 18 спортивных объектов большинство уже готово, остальные достраиваются, причем с опережением графика строительства. Для создания полной картины о подготовке корреспондент телеканала отправился в Бакинский стрелковый центр. Сообщу, что готовность этого сооружения на сегодняшний день составляет 100%. Также телеканал подробно рассказал о спортивном центре по гребле «Кюр», для чего специально провел съемки в городе Мингичевирь. Единственный объект, расположенный вне Баку, называется «Кюр». Это гребной центр, и находится он в городе Мингичевир. Всего 250 километров, и вы на месте. Чистый воздух, убаюкивающая тишина, разбавляет которой только крики чаек. Ну и наш катер, конечно. В завершении канала отмечает, что масштаб первых европейских игр достаточно широк. Камила Алиева, Эльмин Лачинов, Азертач.